большой дядя. Чик-чик. Когда ты полевой медик, ты не наносишь врагу никакого урона. На самом деле, я считал, что лучшая медицина — это профилактическая. Главная проблема — время. За то время, пока спасался один пациент, сотня других приходила на его место. Я почти потерял надежду. Это были мои самые темные моменты. До тех пор, пока не ударило вдохновение. Интересно, что будет, если смешаю эти... Рок-н-ролл. Убей меня! Убей меня! Ради всего хорошего, убей меня! Я пытаюсь тебя не убить. Идея! Я должен был привести это на поле боя, где оно требовалось больше всего. Я мог сделать секунды то, на что у других докторов ушли бы месяцы. Я мог привести пони на вершину здоровья и выше. Я мог делать богов! Так, проверим, правильно ли я тебя понял. Ты обезглавил шпиона. Ага. Заколол поджигателя. Угу. Затем ты продолжил накачивать их кровью коматозное тело мисс Розы. До капли. Затем после этого ты собрал остатки радиоактивной колы немецкого виски, человеческих отбросов, которые потом использовал, чтобы поэкспериментировать на расчлененном теле уже упомянутого шпиона. Ага, примерно так. Ответ все равно нет. Я не позволю тебе строить в меня бабуинское мега-сердце. О, почему нет? Я тебе не доверяю. Помимо твоей очевидной психической нестабильности, ты постоянно очень сильно отвлекаешься со своими речами, пока оперируешь, и забываешь, что должен оперировать. Серьезно, он разбирался с делом Рарити о том, что она обманула Спайка и играла с его чувствами. Будто у них когда-то могли быть серьезные отношения. Ради всего святого, он долбанный ребенок. Пока ты не достигнешь совершеннолетия, этого не случится. Знаешь, если ты не хотел слушать, то ты бы мог просто сказать. Он жив, в чем проблема? Проблема в том, что твои операции небезопасны. Я не хочу испытывать лишних. Я вздрагиваю при мысли о твоей последней операции на мне. О, кстати, вероятно, я случайно перепутал большой палец твоей правой ноги с такой на левой ноге. Что? Посмотри. Озвучил Aero Channel ICAT и NT.